которые написаны в ритме, быстро. Но есть, конечно, рок и в медленном темпе. Есть, в общем, много того, что совпадает с ритмом рока, но это всегда хорошо только в одном случае. Когда это совпадает с теми ритмами жизни, которые бьются в крови поэтов, исполнителей, сочинителей. И вообще все то, что в жизни происходит, оно отражается то в стиле блюза, то в стиле рока, то в стиле танго. Но поскольку здесь находится Рудольф, который, как известно, проживает там, где он сочиняет стихи, для него совершенно не важно, на каком маршруте он в это время находится. Он в воздухе между Петербургом и Нью-Йорком, но когда он пишет стихи, он забывает о той географии, которая под ним там внизу. Тем более, что это глубоко внизу. Так вот, поскольку многие из наших друзей какое-то время в своей жизни почти не имели никакой связи с теми друзьями, любимыми, возлюбленными, которые были на других материках, оставался еще один способ. И я этот способ давно уже для себя освоил. Песня называется «Нешуточная песня» или «Через луну иду на связь». С Нью-Йорком письма сговорясь, через луну иду на связь. И тут, и там минута сторожала. Не хватит долларов, рублей и всех нулей, как не жалей. И двух зарплату в валюте будет мало. Вот полнолунье, ночь и час, переговоры для нас. Открыв окно, я лег на подоконник. Чтоб информации микроблок я спрятать в лунный кратер смог, чего бы не просек любой законник. Я начинаю свой сеанс, как медиум впадаю в транс. На лунном петербургском эсперанто, чтоб с разницей в 8 часах на неглушимых голосах внимала ты, о мне, моя инфанта. С луной давно крутя роман, шепчу на много лунных стран. Морей, архипелагов, континентов. Но в небесах воздушный звик, и вновь закрыли лунный лик. Вуали, шляпа солнечную лентой, а ночь над Питером свежа, с какого в Штатах этажа. Я знать хотел бы, смотришь на луну ты. И слышу, мне передаешь, что и Нью-Йорк не так хорош в разлуке.
Через луну иду на связь.